Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого турецкого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. Мечты Нефес и Игита жить спокойно в России рушатся после того, как Видат их поймал. В то время как Тахир в Батуми ждет новостей от Нефес, что они прибыли на место целыми и невредимыми, Видат разлучает мать с сыном, он отправляет Игита в Стамбул. Теперь Нефес одна-одинешенька в чужой стране и в руках деспота Видата. А Тахир, находясь в сотнях километров вдали, станет свидетелем каждого крика боли Нефес. Он слышит, что Нефес вверяет ему Игита, и впадает в темноту от звука прозвучавшего выстрела из пистолета Видата. Теперь у него одна цель в жизни – живой или мертвой забрать Нефес из рук Видата и спасти Игита. В Карадениз Мустафа возит Сейшен, которую похитили, чтобы обменять на жизнь брата, а Ясене вынуждена готовить подарки для снохи Мирджан, которые она терпеть не может. Вновь поступает по-своему, однако через некоторое время она получает сообщение, после которого в сердце зажигается пожар. Муж изменяет ей с другой. Ясие берет в руки ружье и следует за своим мужем. Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Ты расскажи, Карадениз» на русском языке, который появится на ваших экранах уже 7 марта. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!